Смотрите, стоит Теслечка, на которой что будет написано? Давайте, раз, два, три, пишите в комментариях, должны помнить это. Правильно, будет написано «Драник». Вот, я тут одному знакомому в Польшу выслал вот такое вот объявление. Пошукаемый особ до працы в нашем склепе. Перевожу на русский. Ищем людей для работы в нашем магазине. Ведомость на место. То есть заходишь и на место узнаешь все. То есть спрашивай на месте. Так я ему в Польшу, во Вроцлав отправляю это объявление. Он говорит, нифига себе, у нас, говорит, во Вроцлаве таких объявлений нет нигде. То есть работы нет, все расхватали. А у нас в Америке, как видите, есть. Польская дроджерия. Не знаю, кстати, такое. Короче, салон красоты по-польски. И там через дорогу, не знаю, как вы видите, вот. Вот, Томашевские, похоронное бюро Томашевского. А, тут, я не знаю, Джесниевский как-то читается, простите, у меня поляки. Короче, все на польском. Polish American Travel Service. Короче, вот эта вот улица, это все польское. Здесь есть белорусские магазины. Здесь есть польские, поляки живут, поляки работают. И здесь такие интересные, у них красивые храмы рядом, церкви такие. И у нас здесь вписался литовский музыкальный холл. Lithuanian Musician Hall. И вон девушки идут польские по-любому. И, собственно, здесь сегодня у нас будет концерт. Видите, его построили в 1908 году. Настолько давно здесь есть литовский Music Hall. Ну все, на этом мой репортаж заканчивается, потому что я дальше иду работать охранником, буду стоять возле сцены. Всем пока. Ладно. Итак, ребята, видите, у меня тоже такая есть маечка. И сегодня у нас в Филадельфии, вот на этой вот сцене, будет выступать Сергей Михалок, группа Ляпис Трубецкой, группа Брут, я не знаю, как его теперь называть, он сегодня будет здесь выступать. А зал это у нас Music Hall, литовский Music Hall в Филадельфии находится. Видите, у нас есть флаги, исторический флаг Беларуси, флаг Литвы, флаг Украины. И концерт в поддержку Украины против войны. Кто будет первый, да? Смотри, видел здесь. Ева проснулись с утра, и вдруг Гелиос гордился работой. Всю неделю будет жара, дельфийский оракул следил за погодой. Карлик небесный, крылатый колибри, любил на заре напиться росою. Зебры, кентавры, волки и тигры, мифы бурлят горной рекою. Я верю в Иисуса Христа, я верю в кого тому буду. Я верю в пророка Мухаммада, я верю в Кришну, я верю в Гаруду. Я верю в Иисуса Христа, верю в кого тому буду. Я верю в Джа, я верю в Джа, я верю в Джа и верить буду. Пакета 3 семьи. Это очень серьезно, очень весомо. 310! Вау! Накаляется обстановка. 310! А еще $40, и это будет у нас уже еще и сада на Украину. Это чисто последняя белорусская майка, ребята. 310! Раз. 310! Два. 310, 3, продано! Спасибо огромное! 6, мы добавим до седьмого продуктового набора.
набора. 7 семей. Сегодня у нас получили продукты через I Need Help Buy. Сбор от этой, продажи этой майки пойдет в помощь Украине. Потому что Украина сейчас своей кровью держит оборону и защищает не только себя, а всю нашу систему ценностей. Победит Украина, а мы верим, мы знаем точно, что она победит. Придет очередь и белорусы за вашу и нашу свободу, что называется. Поэтому любая помощь украинцам сейчас супер важна. Каждый доллар – это дополнительный патрон, дополнительная копеечка в бронежилет, шлем и так далее, который сохранит украинскому воину жизнь. Итак, ребята, на помощь Украине последняя майка сегодняшнего аукциона. Как обычно, стартовая цена – $50. 430 раз. 435. 435 раз. 435 два. Ну, блин, дайте человеку купить майку на самом деле. 435 долларов американских.